названии канал Art Mania. И пришла я в магазин посуды. Находится у нас около Паркхауса. Здесь очень-очень много посуды, очень много кастрюлек нержавеющей стали, эмалированных. Там занимает целых три ряда. Тарелочки вот красивые, такие интересные. Цены более-менее. Какие тут в виде клубничек на маленьком подносике. Но тяжелые, кстати, они. Формочки такие разные. Вот они, кастрюльки, чайники, термосы такие для еды, трехэтажные, как бы двух. Чайнички, вернее, заварочники. А деревянная посуда, кстати, очень красивая, мне очень она понравилась. И, наверное, теперь будет моя маленькая мечта. Я буду копить денежку на деревянную посуду. Напишите в комментариях, как вы считаете, копить или нет. Здесь половник. Просто гигантский, огромный половник. Я в шоке была, когда увидела. Там, наверное, на две тарелки хватит. Это там литр, наверное. Здесь уже на втором этаже. Здесь посуда. Такой чайный сервис. Какой-то больше бабушкин. Видите, какие огромные ряды. Длинные, длинные. Но посуду, к сожалению, там молодежной, скажем так, довольно мало. В основном вот какие-то такие, непонятно какие, стаканчики. Здесь сервиз 63. 63, по-моему, там было написано 1000. Очень такой огромный сервиз, красивый. А золотой ободок вместе с голубым цветом. Какой-то такой казахский какой-то стиль. Мне очень понравилось. Здесь вот сейчас мода пошла на радужное стекло. В Экспрессе тоже продаются какие-то фужеры такие же. Здесь у нас мыльница, получается, стаканчик и для жидкого мыла. Но там надо правильно выбирать.